Я кайфую. Я подзаряжаюсь. Я приехал с почти разряженной батарейкой, и сейчас она у меня заряжена на 89%. Еще немножко, и будет 100%. Для меня комфорт — это когда мало вещей. Ну, типа, вот каких-то бытовых вещей. А комфорт — когда есть на кого положиться. Я чувствую себя частью этого, и мне хорошо от этого. Вот эти все ребята, с ними можно сделать многое, многого достичь. Это комфорт, уверенность, равновесие, все сразу. Это как у футболистов, когда родные трибуны тебя поддерживают. Вот это вот мои родные трибуны. Мне здесь очень комфортно играть в ту игру, в которую я играю.